Сходишь со мной на свидание? Ладно. Ты меня хочешь? А вот и нет. Конечно, хочешь, я же врач. Все симптомы налицо. Хочешь? Поцелуй меня. Это у тебя столбик монеток в кармане, или ты просто рад меня видеть? Вообще-то столбик монет. Сегодня, конечно, день стирки. Оу. Пока. Подумаешь, Джейди-младший не встал. Не страшно, никто кроме тебя и не знает. Что, не с той ноги встал? Встал, сэр. Вставай, улыбайся. Что-то там, объявление, что ли, развесили? Джейди, как твой член? Так, немедленно успокоиться, он всем это говорит. Голдун, как твой член? Вот видишь, ты просто психуешь. Опусти голову и вперед. У тебя когда-нибудь были проблемы с эрекцией? Да нет, конечно. У меня тоже, старик.